Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Всех нас интересует с самого начала сезона вопрос, как повысить урожайность томатов, чем обработать, чтобы было больше плодов, чтобы они были вкуснее, крупнее. Но выращивать овощи и фрукты без подкормки достаточно сложно. Если учесть, что очень много различных факторов, которые нам мешают и своевременному развитию растений, и созреванию плодов, и образованию завязей. Это все, и погодные условия плохие. Вот как у меня, кто смотрит мои видео, все по очереди, те видят, что не только несколько дней, несколько недель у нас идут дожди, солнца вообще нет. Но это не только погодные условия, это и вредители, и недостаток питательных веществ в почве. Почва тоже у нас у всех не идеальная. Вот эта почва, которая не идеальная, у нас вообще песчаная такая, бедная. Ну и у многих, я тоже думаю, мало кто живет на таких, на жирных черноземах. И вот эта неидеальная почва, скудная, является самой распространенной проблемой при выращивании вообще огорода и в частности томатов. Именно дефицит полезных элементов в земле наблюдается у нас. И поэтому растениям необходимо вовремя подкармливать, что мы и делаем. Вот сегодня я хочу поговорить о таком элементе, как бор и борной кислоте, как средство для подкормок, для обработок. Потому что мы обычно, у нас у всех на слуху с самой весны, азот, фосфор, калий. Фосфор, калий, азот. Про бор некоторые даже не задумываются. А бора в грунте у нас почти ни у кого нет. Значит, его нужно добавлять как-то искусственно, или поливать грунт, или опрыскивать растения. И вот я сейчас будет разговор вот о борной кислоте, именно об элементе бора. Как нам бор помогает увеличить наш урожай. На сегодняшний день на рынке, в садовых магазинах, везде, где можно увидеть, предоставлена масса различных удобрений, питательных добавок для полноценного роста и развития растений. Но многие садоводы стараются в последние годы в меньшей мере использовать вот такой фабричный прикорм или как удобрение, минеральные добавки. Прибегают все больше и больше к старым домашним методам. Вот одним из таких традиционных методов является использование борной кислоты. Ее используют, вот кто много лет ведет огород, почти каждый огородник ее применяет, или как подкормку, или как средство для увеличения завязи. Вот почва, которая содержит бор, вот этот элемент, который в этом содержится, считается одной из самых лучших для выращивания, так как вот этот элемент, бор, позволяет растению быть устойчивым к различным негативным факторам, а также укрепляет растение во время его роста. Я вчера еще говорила, что если мы укрепим здоровье растения, то, возможно, и фитофтора к нему не прилипнет, и завязи будет больше. Вчера, когда я снимала видео и перечисляла более 10 возможных причин, почему опадают цветки, одной из причин я говорила недостаток бора. И недостатком бора страдаем мы почти все, потому что в грунте он не задерживается, его нужно вводить искусственно, но делаем мы это очень редко. Особенно нуждаются в подкормке бором помидоры, огурцы и перцы. И если вовремя мы не дадим им этот бор, то плоды у них будут маленькие и невкусные. Очень часто слышу в комментариях, люди говорят: вот попробовала этот сорт, мне не понравилось, невкусные. А может быть, они невкусные, потому что им чего-то у вас в грунте не хватает. Ведь для того, чтобы получить вкусный томат, нужно сначала ему дать то, что ему нужно. Если вы это ему не дадите, любой сорт посадите на скудную бедную землю, он никогда не будет крупным, он никогда не будет вкусным и сахаристым. Это нужно знать всем, вот начинающим, что если вы ничего не вложите в этот томат, вы ничего от него и не ждите. Вот борная кислота, как простейший вот такой элемент, в котором есть бор, пользуется огромной популярностью среди опытных дачников, еще тех, которые начали свое огородничество в то время, когда не было огромных садовых центров,
не было такого количества всяких стимуляторов, добавок, всей агрохимии. Борная кислота была всегда, и ее очень успешно все использовали. Вот это такое вещество просто необходимо для полноценного роста, и опрыскивание нужно проводить несколько раз за сезон. Сначала в период появления бутонов, потом когда цветут, и потом когда зависть. Но тут, опять же, во всем нужно знать меру. Главное не перестараться. Злоупотреблять ничем нельзя. Как бы ни был прекрасен вот этот элемент, но бор стимулирует рост. И если вы очень много, очень часто будете это делать, плоды будут слишком быстро созревать. Вы просто как единовременно. Но они будут стараться все. Вы свое плодоношение вот этих томатов скомкаете. Нужно все в меру. Один раз, когда бутон, один раз, когда цветок, один раз, когда зависть. В интернете можно найти огромное количество рецептов обработок сборной кислотой и обработок почвы, и обработок самих томатов. Вот для внекорневой по листу подкормок можно встретить 10 грамм кислоты, вот пачку целую на 10 литров опрыскивать. Можно встретить рецепт 5 грамм на 10 литров, то есть кислоты в 2 раза меньше, и добавлено 5 грамм йода. Можно встретить 2 грамма на 10 литров. Рецептура очень-очень разная. Каждый выбирает ту, которую он хочет. Но приготовление очень просто. Все это размешать. Я вот сейчас буду готовить. Я вам покажу. Тут тоже есть свои нюансы. Она не очень хорошо растворяется. Нужна горячая вода. Ну, какой бы рецепт вы ни выбрали, вы готовите по одному и тому же, как технология приготовления и опрыскивания одна и та же. Разводите кислоту, опрыскиваете, и вот это происходит стимуляцией цветочных кистей, меньше пустоцветов, больше завязи. И если я вот сегодня буду делать с зеленкой, я каждую обработку опрыскивания использую еще как профилактику от фитофторы. Я не только буду вот укреплять растения и, ну как, обрабатывать борной кислотой, но еще профилактика фитофторы. Вот повторю, что борная кислота стимулирует рост. Это еще и удобрение. Ну и самый главный плюс борной кислоты, конечно, это экономно, это эффективно. И так как многие растения у нас нуждаются все-таки в дополнительном питании, не всегда мы можем дать им такой грунт, какой они хотят. Это несет большую пользу для растения, если вы вот это вот добавите. Но я не буду рассказывать там, знаете, если, например, по-научному, вот как такое есть выражение, оно, это бор умножает количество хлорофилла в теле растения. Я вот как в объемном представлении не представляю, как это умножается хлорофилл в теле растения, но знаю, что это хорошо, хлорофилл, он очень нужен. Он без хлорофилла ничего не происходит. Еще про бор написано, что уравновешивает процесс синтеза азотных элементов. Но мы не будем в научные термины вдаваться. Мы, главное, должны знать, что обработка в меру, умеренная борной кислотой, очень позитивно скажется на наших растениях. Повысится иммунитет, оно оздоровится, будет мало пустоцветов, и нам этого достаточно. Главное запомнить, что при нормальном количестве бора в почве и в растениях урожайность повышается, повышается заметно, и растения будут более здоровые, не будут подвержены заболеваниям. На первом этапе, вот для начинающих, нам это достаточно. Мы знаем, что хорошо завязываться будут, цветочки не будут опадать, улучшится вот это питание вот этих маленьких завязей. Усилится циркуляция, вот это все в растении, все процессы. Это как бы толчок, обработка вот этой борной кислотой даст толчок растению оздоровиться, укрепиться. Но за один сезон нужно делать не более 3-4 подкормок. Это вы не забывайте. Не нужно все лето бегать и опрыскивать их борной кислотой. Переизбыток, он может повлиять, есть вот такое выражение, как на скоропостижное цветение. Я вам уже говорила, что можете скомкать вот это все плодоношение в один период. Они будут стараться быстрее, быстрее, быстрее. Это тоже не нужно. Вот я сейчас готовлю, буду готовить раствор для опрыскивания с зеленкой.
Но на чем хотела заострить я ваше внимание, что борную кислоту очень сложно разделить. Хорошо, если рецепт 10 миллиграммов на 10 литров воды. Выкинул пачку и все. А если 5 миллиграммов, например, на 10 литров? Ну вот мне 10 литров не нужно, у меня еще не такие большие зарости томатов. Я буду делать вот на 5-литровую такую. И из расчета 2 грамма на 10 литров воды, значит, мне нужно будет всего 1 грамм. Вот как отделить 1 грамм? Я пробовала на весах, даже электронные весы на 1 грамм никак не реагируют. Но это я пробовала уже давно. Теперь я уже много лет делаю дорожки. Весь этот белый порошок вот так, я уже показывала марганцовку, так делю. Сделала дорожку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разделила равномерно на 10 частей. И вот каждая одна часть, это значит 1 грамм. Я сейчас 1 грамм заберу, а остальные я просто разложу вот по пакетикам. И они будут у меня лежать, уже больше делить ничего не нужно будет. Вот этой пачки мне хватит на весь сезон. Так как я буду делать всего 2 или 3 опрыскивания, каждое опрыскивание это 1 грамм, 2 грамма, все, вот этой пачки на весь сезон для профилактических обработок бора мне хватит. Сейчас я 1 грамм заберу. Так. Разведу его. Вот стаканчики у меня стакан. Тут нюанс такой. Борная кислота, она не очень хорошо разводится, не хочет она растворяться долго. Нужно горячую воду, примерно 50 градусов, но не кипяток. Именно горячую, чтобы вода была чуть горячее теплой. На глаз можете, не обязательно мерить. И растворять, размешивать до полного растворения, чтобы все гранулы, все вот эти кристаллики, все у нас они растворились. Иначе, если какой-то кристаллик попадет на листик, растение ваше может обжечься. И тут при обработке борной кислотой обязательно, если вы даже, ну, если вы особенно начинающий, выполняйте строго все правила вот этих обработок, что проводить опрыскивание можно только утром или вечером, чтобы солнечные лучи, не дай бог, не упали на ваш лист, на котором лежат вот эти капельки борной кислоты, возможно, ожоги. Можно обрыскивать и днем, но при пасмурной погоде, если вы уверены, что солнца не будет. Вот у меня сейчас пасмурная погода, идет дождь. Я пойду в теплицу обрабатывать, я знаю, что солнца сегодня не будет. Если на улице будете обрабатывать с условием, что не будет дождя, не будет ветра, иначе обработка бесполезна, дождь все смоет. Ну и желательно, чтобы несколько дней после обработки на улице тоже не было дождя. Нужно, чтобы оно не смывалось, было на растении. Все, вот я растворила 1 грамм. Я в эту 5-литровую добавляю бутылочку. И теперь мне остается добавить только 2 грамма зеленки. Все. Вот это вот профилактическая как обработка или... Сейчас, подождите, я зеленку боюсь. Так, вот я набрала зеленки. Все. Зеленка у нас выступает так же, как я говорила, про йод. Это стимулятор, ой, дезинфектор. Борная кислота стимулятор, а зеленка дезинфектор, антисептик. Вы все знаете, что мы зеленочкой прижигаем все ранки, чтобы ничего не образовывалось там. И вот у нас получится такой слабо-слабо окрашенный раствор. Не надо... Вот кто смотрит мои видеоролики, знает, что я не люблю больших концентраций. Я отношусь очень осторожно вот ко всем этим жгучим препаратам. Очень бережно отношусь к своим растениям. Поэтому они никогда у меня ни разу в жизни не получали ожогов. Ту-ту-ту. Я надеюсь, и не получат. Я всегда действую по принципу, лучше не докормить, чем перекормить. Лучше не до... Ну как... Не до обработать, чем переобработать. Все. Две капли зеленки положила, 1 грамм бурной кислоты положила. Сейчас я в жука все налью и пойду обрабатывать. И, конечно, покажу вам, как я делаю опрыскивание. Но опрыскивание делается так же, как и все остальное. По листу,
обязательно обрабатывать все нижние стебельки, все нижние листики, особенно с нижней стороны, и плоды, и все, что у меня есть, я буду делать сплошное опрыскивание. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это подробная статья о том, как повысить урожайность томатов вот с такими простыми, без всяких химических, без химикатов, без применения химикатов. Вот бурная кислота, обратите на нее внимание, старинное средство. У опытных огородников спросите, я больше чем уверена, вам каждый скажет, что бурная кислота – это хорошо. Нужно проводить подкормки, обработки, опрыскивание бурной кислотой. Все, до свидания. Надеюсь, кому-то эта информация пригодится.